Тогда ставьте двойку, серии тогда 3. я не буду паузу ставить. Давай хотя бы... Стоп, почему я не Может, могу ставить? Может, я не успеваю соображать. Где я? Не держу все я это. Я тоже. Хочу Японию. Ставь на паузу, наверное, тогда, когда нужно. Нельзя, не уходи от вопроса. Как сделать Японию своим соперником? Витя, ответь мне. Что ты хочешь? Сколько нам еще серий? Столько, сколько потребуется. О, у меня советник на эффективность миссионеров, только мне перекрещивать нечего. Я же из окна выпрыгну. Мне тут скучно, капец. Не выпрыгивай из окна. Ну, спасибо. Окнопрыги. Чё, затралило, что ли? Синтябрь, прыгай. Маленькие детки, бывает очень опасные. Да. Так, что у нас в торговых узлах? Капера. Блин. Например, Иван Грозный был маленькой деткой, а потом всех повесил. Какое знание истории по хлопкам. Началось. Вот Рекса. Какие словечки? Какие-то словечки. Опять? Нет. Закончилось регенство. Ну я говорю, Рекса. Все. Черкесия пошла воевать. Тогда уже этот Павел умрет-то. А, да, кстати, Черкесия, ты субсидии надо еще? Да. Кто же будет в здравом уме отказываться от денег? Я. Ну, я же сказал в здравом уме. Ну так в здравом уме. А, островочек сам национализируется. Это ж фишка такая, я же не смог его национализировать. У тебя зато этот самый... автономия, я к замкнутой провинции. Не считаешься. 75. Да не, у меня централизованное государство, не то что... Так, что у нас в Европе? Мрамор фашист. Да, это правда. Кастилия. На костер. Португалия. В Европе все те же страны, ребята. На костер. А какие должны быть? Я думал, там что-нибудь другое появится. Арагон. Красавчик. Все-таки я поймал гранаду. Нет. Вдруг там какие изменения? У него было задание завоевать гранаду или вернуть гранаду. Там, кстати, в новой версии за гранату новые ачивочки. Ачивочки? Да, я не знаю, кто их делает. Нет, там только одна ачивка. Это реконкиста. Реконкиста. Нет, еще что-то там надо еще сделать. Там вроде новая ачивка. Нету. Ну все, тогда. Не снимай нам из паузы. Зак спрашивает. Алмахер, ой боже. Какие тут названия. Алмахер. Это моя любимая страна. Алмахер. Алма. Тысячи казахов негодуют. Блин, ну пауза тебя уже задолбала, честно. Ну, задолбала не пауза, задолбал возмущаться по этому поводу. Вы... Нет, ну серьезно, гораздо интереснее проводить скучные минуты в игре, несмотря на одну и ту же надпись. Ну мне пофиг, как-то я все равно ничего не делаю. А я музыку слушал, кино смотрел. Административная. Два окна. Да. Давайте. Слушайте, Фальц опять станет императором. Немо, у тебя красивый дом. Такой. Опять? Знаешь, да. Тут машинок много. А вот это больничка. Который ты живешь. Глубокий вдох. Вдох. Вдох выдох. Тренируем терпение. Дыши носиком. Тарас, я тебя по IP вычислю. Нет. У меня Армения, Бахтан. И мы тоже будем рассматривать. Да, я вторую войну начал. Твое бренное тело. Но... Что? Из космоса. Я тоже сейчас на двух войнах сижу. Нет. Точнее, на одной. Там мамлюки сами 2 метров. А ты двухметровый, что ли?
Я на табуреточку встану. Так я почти 2 метра уже рос. То есть ты 1,60 метровый? Потом спрыгну и прям на ребра. Если Немо 1,60 метровый, то я выше, чем Немо, круто. Да не, Немо великан. Великан Немо. На Олимпийске живет великан. Великан Немо. Прикольно. Вдруг его зовут не Немо, а Амен. Может, на раб. С кем здесь? Что здесь? С людьми. Меня опять Тарас правит. Ура! А следующий наследник... Посмотрите на имя моего наследника. А титул Куся, Юпанки Чарка. Стоп, Юпанки Чарка, это что ли двойная фамилия или чего? Да. Звучит как фамилия какого-то рэпера. Юпанки Чарка. Причем черного рэпера. Типа этот, как его там звали? Йоу-йоу. Тупак Шакур, во. Или это не рэпер? Чёр, лысый из Бразерс. Ох, Айраты, что вам сказать? Скажи им, типа, 10 видов писем. Колпопугайчики. Это круто, мы. Так. Пташки Вариса. Пташки Вариса. Моряки ходят. Ну вот пусть ходят, а мы плывем. Ну жалко твоя. Если Япония не считает себя морской державой, то мне и жаль. Ацтеки, маш... Если у тебя моряки ходят, то пусть они у тебя и ходят. Понимаешь? А у меня корабли плавают, они ходят. В какой стране корабли ходят? Вот мне интересно. Во всех странах ходят. Ты да? В Японии? Я... Корабли-шагоходы? Просто у тебя, ты знаешь, ты неправильной веры, а у нас прямые последователи Иисуса. Я так и понял, что вся причина в этом. Но если мне не веришь, то мы тебя на кого сёрдим. А чё, видишь, какая моська такая веселая? Ну, солнышко. Да, еще она улыбается, у него еще нос смешной. И, кстати, инкский значок тоже очень веселый. Вот улыбающийся. Такая мордашка. Мордашка с морщинами. Излучает благожелательность. Лучи добра. А заметьте, у него в лучах какие-то точечки. Да, это глаза. Это многоликий. Многоликий. Когда уже Немо вынесут? Вот у Немо флаг. А, вы так просто... торопитесь этого момента увидеть этот момент. Протестантизм разрешает. Вообще, я понимаю, почему... Стоимость идеи и доход от налогов — это очень классно. Особенно здесь. Я надеюсь, что сейчас Францию перекрестят в протестантизм, а религиозные центры. Очень надеюсь на это. И тогда мы с ней будем братьями. Никогда мы не будем братьями. Не по родине. Ой, это я, походу, не один это слышал. Да это там 500, что ли, тысяч... А нет, там 6 миллионов. Почему никто не хочет заколонизировать Гренландию? Потому что там холодно, и там живут моржи-убийцы. Мне интересно, Япония, ты себе все-таки какую религию выбираешь? Еще пока не знаю, буду думать. Во славу Аллаха. Истинную веру. А сикхизм, говорят, классная вера. Да, говорят. Говорят. Утверждают. Пусть... Там военные плюшки крутые. Пусть говорят. Зак. Да. Ты как кто? Как ты относишься к сикхам? К ситхам. К сикхизму. Положительно. Как ты относишься к сиктам? Она сильная религия? Сикх. Да, вполне. А почему? Вот, ты... Если ты имеешь в виду в Европе. Ну да, в Европе. Нет, лучше скажи, как ты относишься к ситхам? Сик это в Индии появляется, да? Да. А в каком? Невара, кстати, была возможность взять. А почему нельзя? Пошел лох. Не знаю. Я сказал, почему.
Так, паузу не снимайте. Да, а почему пауза? И начали. А почему пауза? Мир? Почему пауза? Да, да, да. Это возмутительно. Смотрите на хиджаз. А, ага. Ой, смотрите, Россия обогнала всех, короче, по армии, и сейчас еще это обгонит Францию. Да, так прикол в том, что Россия вторыми, точнее, не вторыми, четвертыми идеями взяла наступательные. Меня, значит, там... пойдет крушить? Да. Кого, интересно? А что все мы покрышуются за... Все, до кого дотянется. А чуть? Может, здесь хорошая Россия? В этой игре. Очень хорошая. Жандарм Европы, Азии и обоих Америк. Кто? Смотри, Влад, какое к тебе долготерпение проявляют. Учись. Я уж снял. Ой, я сам поставил. Блин. Чё-чё? Сейчас сольёшься, что ли? Подожди, сейчас ещё сниму. А чё? Снимай. Если механика позволяет, то мы должны ей воспользоваться. Ты не забывай про агрессивное расширение. Тут сольется, сольется. Вот Мекку обязательно забирай. Мекка — это святой город, и там есть еще креститель. Да. Полумесяцитель. Вот ее уже перекинул. А, это столица. Вы на столице. А Медина? Ну, короче, много не забирай, слишком много. Ну чё? Килл разваливается. Килл. У тебя такой флаг странный. Немо, зачем ты опять захватываешь бедных пуэбло? Да ты что, он агрессор, кровожадный урод. Зачем? Я в очередной раз их это... Рассвобождаю. Обдираешь, да? Подстригаю. Зачем? Чтоб баблосиков поднять. Ты что, похоже на идиотов, которых можно деньги забрать? Да. Вполне. У японцев 10-10-10, ничего си. Ты, Немо, тебе, наверное, никто это не говорил, но на самом деле я считаю тебя агрессором и кровожадным уродом. Бойся его. Бойся. Бойся, а, бойся. Кстати, паузу уже можно снимать. Да ладно. Не по-пацански. Жить по-пацански. Спартакуса, почему не вообще чат? А потому что он это... Спят люди. Потому что Витя опять сказал ему молчать. Витя, агрессор. Витя и Зака. А что Спартакус пишет? Что лол? Три скобочки. Он пишет лол. Три скобочки. Виталик, пишет. Если тебе что-то нужно, то говори. Женщин и денег, и самолет. И еще казино в самолете. 100 административных и на 2 инфляция. Ладно. И еще желательно отправить все это Спартакусу через Майя. Да. Почтой Майя. Во время вестернизации у меня дипломатические очки не будут поднимать. Цикл созидания и разрушения. Все будут. Все будут. Все будут? Да, конечно. Административные, военные и все. Если чё? У тебя случается такое, что у тебя заканчиваются какие-то очки, то у тебя вестернизация начинает тормозить. Майя, ты видишь, что сейчас французская Колумбия воюет с Киче? Нет! Она будет забирать то, что ты колонил. Я захвачу быстрее. Стоп, у тебя есть перемен? Кисе напали, на французскую Колумбию, захватывают их. Да? Ага. Там вон высадка идет в французской Колумбии. Где? Да вот сейчас они надают по голове твоим братишкам. Там просто кораблики идут. Так это не мои братишки, они не предали меня. Нет, это Франция напала на Киче. Да. Ты не видишь, Зак, как они воюют. Как это? А, как воюют, да, не вижу. Ну, только Кисе напала на Чоротегу и... Не, ну если бы, конечно, это было последнее обновление, у Киче, возможно, были бы шансы в крепости зажаться. Или у идейцев нет. Какие крепости, ё-моё? Деревянные. Что за события классные? На меня нападают казна, произойдет одно из двух событий. Умрет нынешний наследник, вероятность 50%. Либо... Конечно, план был добрый. Стоп, а почему у тебя такие крутые наследники? Поделись. У тебя с Мином и Айратами общий... Если я захочу только Ицу, мне хватит на
последнюю реформу, я опять развалюсь и опять собираться. Ой, слушай, короче, это... Зак, у тебя еще есть станция, что Павел умрет? Этот, Витя. Российский... Да. Можно, если меня захватят либо Кастилия, либо Франция, я буду играть за Сунду? Нет. Если до конца. Ты можешь за Бреттань поиграть, конечно. Пусть будет осталось 3 провинции. Я буду играть за колонию Бреттани. Нет. Как нет? Если мне упадет Россия в Уньку? В Унию, то вообще-то мне будет очень плохо, потому что она сразу же объявит войну. Да, взбунтарь. Все-таки не та весовая категория. Там еще, наверное, союзничать не захочется. Но будет возможность того, что она будет унаследована, если она будет унаследована. Когда ты станешь супер огромным. Да. Не, этого не произойдет. Конечно, нет. Ой, слушай, я вижу, какая вероятность сломается, ты забыл, Зак. Обычно происходит, если что-то и происходит, то происходит самое худшее. Потому что мы играем в эту компанию. Очень нет, нет, португальский колонист прибудет в эту провинцию через 190 дней. Ух, какой негодяй. Какую? Надо было со мной союз заключить. Вырежи всех индейцев, чтобы... Ты еще не хочешь передумать, Мрамор? Смотри, сколько они уже провинций заколонили. Мрамор, ты еще не хочешь передумать? Посмотри в мои союзы. Мои есть. Союзы. Это Арагон и Майя, то есть я должен бояться? Как Арагон? Норвегия. Арагон. Ты должен... Сейчас помогу, Виталий. Опять появился. Лол, да, Франция, Савоя, Магикане. Лол. Так, 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 так. И будем... Я никуда не уходил, ты здесь. Да, я видел, как тебя не было, и как ты появился, господи, Кнут. Не рассказывай нам сказку. Я там около меча. Более подозрительно долго не было скрипов. Да. Я сидел с выключенным микрофоном. Да, конечно, тебя не было в скайпе, твоей фотки не было. Ты ж слепой. Не было твоих высказываний, когда я сказал, что Кнут. Ты ж баран, как ты мог меня не видеть? О, Кнут, какие аргументы пошли. Да. Сколько тебе? 30-40 лет? У меня задание. Мне 3000 лет. Он мужчина в самом расцвете сил. Старческий маразм получается? Магиканик, это... Катал. Какую провинцию сейчас национализируют? Стоп, я что-то не понял. Блин, я же рядом со мной нету британцев. Они диктуют сейчас технологии. Алло, я провинцию захватил. Я такой, видите, зеленый-зеленый. Такой даже желтый. У меня проблемы. Я одна-две техи отстаю. Фабрикуй претензии на последнюю провинцию Омана. Сейчас. Блин, ну падла, или легитимность, или уменьшение вестернизации. Они две провинции колонят. Вот а? Рады. Нет, выбирай. Ни в коем случае не выбирай. Торможение вестернизации. Это же замкнутый круг. Чем дольше она делается, тем больше таких ивентов. Ну ты не понимаешь, что ли? Ладно, окей. Килва, не хочешь мне передать немножечко денег? Я тебя не вижу, честно. А у меня ты не хочешь попросить? Да, иена. Ну ты же не дашь, я тебя знаю. Витя! Да. Это последняя серия? Нет. Нет. Нет, еще серии еще, не будет. Еще да. 5 серий, как хотят. 10. Да, да. Еще 5. Ну, прям еще точно. 5 серий. Ну, я еще на 5 согласен. Ну-ка. Так, у нас с учатами перерыв до 14 декабря. Так, это. Восстание. Сети. В Майами, это мы справимся. Так, Эдвард. Он был 59 минут назад, нет. Кто ж меня заменит? Стоп, а буква R после какой идет? После P. Социализм. Да. 21 тысяча. Я сейчас Рио де ла Плату поддержу, она, короче, валит Португалии. Она не будет... 44. Сепаратизм. Она будет. А, уже не будет.
только что была, уже не хочет. А, она просто воюет сейчас с кем-то. Короче, я подожду, пока у нее еще побольше станет, а потом подержу сепаратизм, она такая, типа, давай, давай, парень. И все. Так. Паузу не снимай нам, окей? Окей. Я в Маниле сейчас кое-что сделаю. Ой, Килова, вот, а ты мне что выбираю чё, сорт бомбард. Килова, а ты мне почему блочишь проход? Наверное, вот эти. Килова. Блин, ну это же можно было и не на паузу сделать. Килова. Ну, все равно тут... Чё мне проход блочишь? У Виктора. Ну ты ж не хочешь принимать суннизм? Я хочу кальвинизм, ой, христианство принять. Так ты можешь через верх пойти. Почему через вниз? Почему? Не могу. Почему? Через верх не могу, у меня не дотягивается. Все, можно Виталик, у тебя с доходами все нормально? Все. Ага, спасибо. Тебе надо до британской Бразилии достаться, да? Да, нет, мне нужно до бретонской. А зачем тебе бретонская? Потому что она слабая. Что, а бретонская моя? Чего? Ты чё? Ты сам сказал. Не-не-не, у тебя проблемы. Я сказал, что бретонская? Да-да-да. Блин, не, британская моя. Бретонская да, можешь себе забирать. Да. Вообще вопрос. Путаются всякие тут. Дипломатия. Ой, жизнь колонизатора скучна и полна ужасов. Ага, тут я с тобой согласен. Особенно, когда каждых 5 секунд пауза. И тут я с вами согласен тоже. А еще, знаешь, еще сидеть на вестернизации и колонии, это вообще просто вдвойне скучно. А вы знаете, Франция уже захватила Кейча. Помогите мне. О, Майя, мне тебя жалко твои. То есть все, что ты колонил, она сейчас такая берет... Она сейчас меня будет захватывать. Такая берет, типа, спасибо, дружище. Вонючий колонии. Причем это все законно. Она меня же сейчас захватит. Блин, Франция, надеюсь, будет моим союзником. Не захватит, не волнуйся. А ты что ли ем? Ого-го-го-го, Тевтонский орден. Да. Офигеет. Его мочит Польша. Секунду. А? Нет. Ты на Литву посмотри. Да, я вижу. Тевтонский ежемесячный. У них счет минус 25. Тевтоны работают. Вы поставьте уже двойку тогда, чтобы паузами прерывать меньше. Не-не-не, тут реально такой очень интересный. Все равно. Неужели у... Ивент. У Японии такой, короче, разнообразный геймплей, что нужно миллион пауз. Простите меня. Подождите, а где займы? Я тебе не подождем. Предлагаю поставить паузу и совсем разобраться. Спасибо. Отличная мысль. А вот потому что вы торопите, вот так вот и не выходит разбираться. Подождите паузу. Вот мы негодяи, да? Да не то нужно слово. Почесать. Ну я же говорю, поставьте двойку, если не успеваете. Немо, в следующий ой, раз... Ой, еще подождите паузу. Тебе скажу ой, то же самое. Вы чё вы такие какие-то не знаю? Я серьезно это говорю. Ну вот, в следующий раз вместо паузы ставь двойку. Ой, мне еще надо паузу. Извините. Такая вот родина. Тролль. Вид миленький. Ведь ты видишь, что случилось с Кися? Я не флодоксировали, ура! Ура! Я рад за тебя. Слушай, ей даже провинцию стали промежуточную. Наконец-то меня никто не будет мучить. Я не понимаю, зачем. Что-то не будет. Никто не будет, все. Опа, опа, что это за провинция такая, ласта. О, смотрите, автономия 99%. Это как теперь вообще? Моя очередь заключать мир. Я после Зака еще паузу поставлю, мне надо. Зак, а что ты поставил на паузу? Гону вторую? Ну, реально, народ не успевает. Я паузу. Ставьте двойку. Я заключаю мир. В чем здесь? Да, автономия почти 40. Не, я поражаюсь вашей логике. Ну, я поставил на двойку, все окей. Все должны поражаться нашей логике. Логии. Чему-то. А вашему чему-то. Чего так медленно? Фу, не помогает. Короче... Выбрал играть за колонизатора. Терпи. Колонизатора? Ты выбрал. Колонизация Куритиба. Почему третья швидка? Инка. Я хочу потому что народ не успевает.
Чё непонятного? Мрамор. Где Мармараубль? Переименуй какой-нибудь другой город Мармараубль. Отстань от меня, человек-мандавошка. Да, какой-то... Очень смешной юмор. Вот-вот. Да, спасибо. Я старался. Ты великолепен. Кир, вода, небо, они, мама. Заметь, хоть назад, немножко а? Спокойнее стало. Я никаких пауз. Вот, я встал два раза больше, чем... Кстати, я забыл, что после Зака мне нужно было паузу поставить. О, все, черкесия, меняй субсидии. Ты дальше че, офигел? Мне субсидии нужны для того, так, чтобы поддерживать советников. Так, тут какой шут у британцев, 30. Можно собить кровосися? Кровосися. Скинь кровосисю. Это кровосися потом будет воевать один против твоих троих. Я сейчас видкость, будь ласка. Кровосися. Я потом, знаешь, каким, как воевать буду? Третью со всеми своими идеями. Третью швидкость, будь ласки. Все. Нет, третьей швидкости не будет. Почему? Потому что вы ноете и раздираете мой мозг по частям. Я никого не ною. А если нам удастся сегодня довести Витю до бомбежки, то день удастся. Не удастся. У него просто скилл концентрации, это все из-за да нет, это же просто это все из-за его веры. У него типа, как в Ведьмаке, он в свидетели Еговых прокачал тебе навык концентрации. Да, 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 концентрация. И теперь он просто не слушает троллей толстых. Толстезных. Да не, я не про это посмеялся, я тут просто уже начал заниматься фигней ВКонтакте. Ну, на Форче. Нет, в группе Хиггса. А я на Форче, потому что по Форче смешнее, чем в группе Хиггса. Колонии развиваются. Так, это целая группа канала Рогатой Жабы. А с кем у вас Айрат и Хсенови? Не знаю, кто такой Хсенови, но кажется, выглядит Витя, не очень Вить. Страшно. Вить, почему у тебя в модераторах сидят какие-то люди, которые вообще не заходят в группу, а вот, например, Работяга, который постоянно что-то постит, Сергей Дударев, даже не в модераторах? А потому что нужно попроситься. Модераторы не для того, чтобы постить, а для того, чтобы следить за порядком. Ни разу не видел, чтобы Данил Лысов, как кого-то кикнул, или публистипе, он вообще заходит на свою страницу, на твою группу. А может, вот текущий момент это не самый лучший и удобный способ это обсуждать? А что тебе нравится? Пускай люди знают, какой ты нечестный. Так, прям нечестный. Армия. Давайте посмотрим, сколько у айратов войск. И еще ты унижаешь бедных этих. Как их там зовут? Я забыл. Которые бедных кого-то. А, сейчас скажу. Чув-чувенов вот. Немного у них войска. Мне это нравится. Ты мой фот. А, ну все. А, корабли. Блин, Зак. Ну ты реально. Кровосисика. Кровосисика, колоть это. Уменьши, уменьши. Уменьши. На скидку. Ну, в полтора раза. Полтора раза. Окей. Так, с кем я улучшаю отношения? Ну, Франция это понятно, Франция это мой брат. О, вице-король, 5-5-6. Лол. Короче, я сейчас хочу устроить революцию в Португалии, значит. Надеюсь, у меня Саня... получится. Саня... Боишься, я сольюсь? Сольёшься. Да чё? 18 уровень технологии против 15. Даже... У кого 18? У Португалии. 16-й? Ну, у португальской колонии. Так я хочу революцию устроить, хочу португальскую колонию наоборот освободить. Не, я понял. Стоп, а если я буду освобождать, она что, против меня воевать, что ли, будет? Нет, она, кстати, она за меня не будет. Она за меня должна воевать. Да, но зато... Просто она же объявляет войну за незалежность и призывает меня. Просто после того, да, зато про твою жопу придут Кастилия или Великобритания. А что, они уже союзники? Да, с Португалией. И они придут рвать твою жопу. Так что зря ты союз расторгнул? Ой. Не, не зря. Нисколько не жалею. Ну, потом будешь жалеть. Тебя сейчас отымеют оси дырки.
Мне, помоги мне стать большим, да. И я тебе браво. Культура. Так, сделайте. Когда я уже дойду до... Ручки. Какой ручки? Какой-нибудь. Тараски. Джене. Ма, пауза стоит, а я думаю. Чем из крипты не вылетает? Чё, Немо? Ты не успеваешь? Британцы захватывают моих... Я уже в претензии фабрикую. Угадай, на кого? Ладно, знаешь, сколько у меня денег сейчас уходит в месяц при полном содержании армии? Ребята, если что, это не ты. Торгаю. Минус 7. Сколько? Минус 7 дукатов. Никому не важна сопромания. Никому. Чистый, да, доход? Ну. Британцев торгаю. Мне, может, важно. Баланс у тебя сейчас минус 7. Видишь, когда на тебя нападут? Минус 6,5? 7,5. А, ну так нормально. Ты сам что-то решать, сопломни. Не, ну блин, реально, нафиг я сколько советников. Я знаю, ты не сдержишься. Мне нужно догнать по технологиям, чтобы воевать на уровне с той же Византией, и без проблем воевать с Генуей и с мамлюками. Мне их нужно перегнать по технологиям. Это же ж мелкий вестернизировался зачем-то. 2400 очков монарха потратил. Сюда, на колонию. И сюда. Но зато ты теперь западнее. Да, это круче, спасибо. Чем славянофил. Или нет? Западник, славянофил, а еще там я не помню, кто был. Что-то наш флот никак не может с каперами справиться. Наш кораблик то... Ой, болен. Самоизоляция Японии. О, что? Это то, о чем я говорил. Если я его выберу, она мне ничего не даст, в принципе. Если ты будешь изоляцию, то ты никогда не будешь западником. В смысле, я не стану католиком? Да, и ты не будешь западником. Ты чё, ты не знаешь? Это обман, это Рамбард ролит. Нет. Это всё правда. Чистой воды. Обман, чтобы набрать классы. Да. Да. Насколько мне зараз имидж выпал? Духарь. Ух ты ж. Чего? Плохой ивент выпал? Не, я, мне выпал ивент на гроши. Как ты думаешь, сколько мне зараз их дадут? 3,5. Не, что-то ты приволшил. 1000 всего лишь. Нормально. А ты субсидии отменил, но не назначил. Новые. Да. Эх, хотел. Какие обмануть? Богатый, делись. Да, я щось... Я образився, коли признав, що ти без мене обійшовся. Що говорив? Ну, коли Віктор сказав, що мої гроші Японії не помогли. От я образився. Подожди, а разве я так сказав? Да, ти сказав... Ну, ти сказав, що вони тобі... не завадили, но ты и без моих грошей вылез бы. Естественно. Это, а на каком месте сейчас Япония? Это я могу обратно. Ты мог посмотреть бы в настройках. На то, что ты считаешь, что без твоих денег тут в этой игре никто не смог бы пережить. С твоей стороны это вообще неразумно предполагать такую идею. Не кажется? Но я просто помню, в каком состоянии была... Тебе кажется. Сколько времени? Столько, сколько нужно. Япошки на 9-м месте! А ты думал? Сколько времени? У них еще такой огромный прирост. Что так? Все. Что Витя, вас времени? Бесит? Все, что нас бесит. А, да, кстати, время. Хорошо.